26 декабря исполняется 100 лет со дня рождения поэта-песенника, заслуженного работника культуры Чувашской АССР, РСФСР, почетного гражданина Чебоксар Василия Ивановича Давыдова «Анатри». К этой памятной дате Госархив современной истории Чувашии подготовил виртуальную выставку «Тебе пою, мой край родной». Большая часть экспонатов виртуальной выставки – документы из богатого личного фонда Василия Давыдова-Натри. Будущий народный поэт родился в крестьянской семье. Едва закончив школу, начал трудовую деятельность. Он работал учителем, журналистом газеты, начальником отдела радиоинформации, редактором чувашского издательства. С 1959 года Василий Иванович – писатель-профессионал. Читателям известна его поэма «Парень из Шоршел», книги «Маленькие друзья», сказки «Сатиновая рубашка». Знают его и как поэта-песенник, создавшего в содружестве с чувашскими композиторами песни «Песни мира и дружбы», «Родная сторона», «Любимый» и другие. Василия Ивановича Давыдова-Анатри я знаю с детства. Он мой земляк, любимый поэт. Он мне дал рекомендацию при поступлении в Союз писателей СССР, ныне Россия. Помню его добрым, очень участливым человеком. Он всегда старался помочь молодым поэтам. В виртуальной выставке представлены документы, раскрывающие биографию Василия Ивановича Давыдова-Анатри, начиная от его красноармейской книжки и первых публикаций до издания известных произведений. В фонде хранится и огромное количество фотографий, иллюстрирующих общественную, личную и творческую жизнь поэта.